косуньки. Бомбы это просто невозможно. Как вы знаете, недавно был Brawl Talk с Мэг. Вы все это знаете прекрасно. Так. Вот мой. Короче, ладно. Вы сейчас уже немного спалили, но реально недавно был Brawl Talk с Мэг 25 сентября. Но смотрите, ну Brawl Talk, Brawl Stars, Brawl Talk, Line, Likest, камера Brawl. Там написано, сверху написано Star Studios. Это переводится как «Звездная студия». «Бравливуд» — это что-то типа «Голливуд», только «Бравливуд». Как я понимаю. Я не знаю, конечно, кто. Немного, кажется, что... Мне уже, конечно, кажется, либо это какой-то кот, либо это какой-то робот. Кот. Тут что-то будет связано с колет. Короче, реально будет. Это будет, наверное, нереально. Ребят, новый Brawl Talk, но надо еще привести. Стоп, секундочку еще. Привет, я очень люблю тебя, и я твой наибольшой фанат. Хо-хо, Калет. Я не уверен. Да, но... Скорее всего, так что-то связано с колет. Надо разобрать эту картинку. Во-первых, тут сразу виден баллончик Эмс. Наверное, это подсказка на новый скин Эмс. И надпись еще. Oh my god, you're amazing. Сердечко колет. Видим колет. Вот тут еще надпись I love you. Я ничего не понимаю. Вижу какой-то бандану. Немного она мне напоминает бандану Шелли. Уже лиски на Шелли. Я не уверен. Зеркало. Нету никаких паскалок. Ну, скорее всего, я реально не знаю, что это будет. Кстати, еще ожерелье какое-то. Значит, у этого, наверное, у этого нового бравлера он будет, в принципе, богат. Или это гримерка его? Я не знаю. Вот. Что вот это я вот не понимаю. Вот. Наверное, это либо накидка его какая-то. Не уверен, конечно. Ну, в принципе... Я не знаю, что будет, но обнова совсем скоро. Кстати, скоро будет конкурс. Участвуйте в нем и выиграйте пиар. Мы с вами, я... Хотя, стоп. Надо еще что-то посмотреть. Главное, мы не зашли ни в ВК, ни в Инстаграм, ни в Твиттер. А, ВК нету и... Так, во-первых, сначала надо зайти в Инстаграм.
Может, там что-то... Хотя я не уверен. Я не уверен. Тут та же самая картинка. I love you. You so much. Надпись точно такая же, только нету хо-хо калит или... Ладно, не важно. И твиттер, главное. В твиттер может быть что-то уже другое. Конечно, ни того, ни того у меня нету, потому что я школьник. То же самое. Я не верю. Но одно будет как-то связано по логике с Бравл Старс кино. Возможно. Я ничего не знаю, конечно, ребят. Но это, честно, мои предположения, что будет это. Пишите, как вы считаете, что будет. Но на этом я заканчиваю. Всем удачи. Всем пока-пока.